Всем привет, друзья! У нас сегодня пятница, и я включила камеру вообще не запланированно. Нет, ну у меня, конечно, была запланирована съемка на сегодня, но совершенно не этого формата. Хотела снять продвижение моих процессов, показать вам новый процесс, одну готовую работу, но у меня ничего не получается, потому что, сейчас расскажу. Начала вязать я рубашку крючком, как я вам и говорила, да? Рубашка у меня начала вязаться с рукава, вот так вот. Вот, этот рукав я связала и постирала, вчера уже вечером постирала. Ну, с расчетом на то, что он к утру у меня высохнет, наимная, да, 100% хлопок. И я захотела, чтобы у меня он осенью высох. Вот, короче говоря, он у меня не высох совершенно. А возить мокрое изделие по столу мало приятного. Или даже вот показывать вам лицом в кадр, да, не высохшую соплю тоже не хочу. Поэтому я думала, ну потеряете же, сейчас я не выпущу видео, вы меня потеряете, начнете писать в личные сообщения. Поэтому думаю, я включусь, поболтаю с вами, расскажу вам о других моих новостях, а вязальная тематика у нас будет с вами в следующем видео. Видите, у меня творческий бардак, видите, что делается? Даже не успела навести порядок. Вчера до часу ночи работала, а сегодня я проспала. Я имею право проспать хоть раз. Мы пошли на каникулы, друзья, ура! Я так рада. Ну, значит, по результатам скажу так. С одной тройкой Слава закончил у меня первую четверть. Я расстроенная. Причем парадоксально как-то получается. По русскому языку четверка, причем твердая четверка, а по родному русскому... Казалось бы, но одно и то же практически, да, трояк, причем твердый трояк. Вот, первая тройка в четверти за 3 года. Третий класс у нас, вот в третьем классе первую тройку мы получили. Ну, есть над чем работать, есть к чему стремиться. Сказала, никаких гулик, никаких бабушек на каникулах, пока ты не выучишь мне таблицу умножения. Уж он утром ходил-ходил с этой тетрадкой, ходил-ходил, маялся-маялся. В итоге там кое-что он запомнил. Ну, вообще это... отдельная история. И вот мы в связи с тем, что мы пошли на каникулы, торопиться никуда не надо было. Вчера до часу ночи я работала, не до двух, а до часу. До двух обычно я работаю, да. Но в час все чувствую. А почему? Я чувствую, что я начинаю засыпать. Взяла в руки свой опиум. Ну, вот как начинала я его вязать, 2 ряда провязываю, все, меня выключает. Такая же песня. Я не знаю, действительно, сильно действующее вещество. Название пряжи говорит само за себя. Это просто трэш. Я не знаю, я когда-нибудь его довяжу или нет. Сейчас собираемся со Славой ехать на массаж. Я вам говорила, что у него идет искривление позвоночника. Я записала его на массаж. У нас сегодня первый сеанс. Беру с собой опиум. Уж точно у массажиста я не усну. Хотя бы, ну как-то же его надо двигать. Ну что он меня так, таким образом, он меня прямо вот, понимаете, вот засыпает. Вот как действительно, как какое-то пьянящее состояние происходит. И вот я вчера до часу вязала. И все, чувствую... выключает. Пошла спать. То ли я будильник не услышала сегодня, то ли он у меня не зазвонил. Короче, я подорвалась в 9:30 утра. Ну, 9:30 для меня встать, это день потерян. Я ничего не успеваю. Я как это, бегаю из угла в угол и делать не делано. И вязать не вязано. И вообще, посмотрите, вот я хотела рассказать вам. Видите, у меня диван мой застелен детским пледом. У меня облюбовали кошки это место. Они меня выгнали с него. Казалось бы, осень, а кошки вот просто линяют. И меня это абсолютно не устраивает. Здесь у меня диван застелен пледом. Я его покупала в Грандстоке. Думала, ну, закажу посылку следующую, закажу такой плед, а нету. Жалко. Но, может быть, еще появится у производителя, с удовольствием закажу. И вот теперь мне надо что-то думать, чем мне красивым таким застелить вот этот вот часть дивана. Потому что, ну, шерстюга меня не устраивает полностью. И причем их даже не смущает вот этот творческий бардак там. Саша говорит мне, ты обещала не занимать мою часть дивана. Я говорю, Саша, я не могу не занимать твою часть дивана. Ты видишь, что у меня делается? У меня куча процессов в работе, и я не знаю, за что хвататься просто. У меня 3 плечевых. В работе. Но это об этом я вам расскажу в следующем видео. А сегодня я уже сказала, что мы собираемся на массаж. Сейчас время у нас 25 минут второго, а на массаже быть в 2 часа дня. Вот, попросила папу. Саша работает, а у нас 10 дней подряд массаж. А у Саши один выходной воскресенье получается. Я говорю, ну туда мы дойдем без проблем.
до массажиста, а обратно после массажа не хочется по осеннему воздуху идти, да, ну потому что ребенок расслабленное состояние будет, и опять вот это нагружаться, идти достаточно далеко не хочу. Папа, отвезешь, отвезу. Ну, я говорю, давай, ты нас туда отвезешь, чтобы знать, где это место, чтобы ты нас потом забрал. Я позвоню, и ты подъедешь, заберешь нас. Ну, хорошо, договорились. В общем, сегодня мы туда едем на машине. И пока вот я жду папу, я болтаю с вами. Хочу вам показать, я получила посылку от Эльвирочки. Эльвира Костенко, привет тебе, моя дорогая. Правда, она уже не в полном комплекте. Я получила ее позавчера. Вот, ну, думала тоже во влог вставлю, покажу вам, что получила. Великолепная, просто великолепная посылка. Она нам нужна для все, вот все, буквально все, что я получила, она, все нужно нам для введения второго канала. Эльвира, огромное спасибо от души, потому что все такое нужное, вот в точку попадания просто идет. Огромное спасибо. И вот всегда говорю, добро всегда возвращается. Эльвир, я очень желаю тебе, чтобы в вашей семье царило добро, любовь, умиротворение, и твоя доброта вернулась вам в стократном размере. Пусть все у вас будет благополучно. Ну, друзья, посмотрим, что мне прислала Эльвира. Смотрите, все такое. Я даже о таких предметах и не знала, что существует. А Эльвира, она хозяйка кафе в Ростове. И, соответственно, она смотрит на подход к приготовлению пищи, ну, с профессиональной точки зрения, скажем так. Смотрите, вот такую крышку мне прислала Эльвира. Она многофункциональная. Можно жарить, да, чтобы не было брызг. Она силиконовая, классная. Она и дуршлаг, она и подставка под горячее. Можно использовать и в духовке, и ставить в холодильник. Вообще потрясающая вещь. На самом деле облегчит работу многим хозяйкам. Спасибо огромное, Эльвирочка. Сразу хочу сказать, что в посылке был стеклянный противень. И он у меня уже оприходован вчера вечером моим Сашей, и он приготовил в нем десерт. Я вам покажу чуть позже, да, что он из себя представляет. Но он потрясающий. Я еще переживала, говорю, Саш, начнешь готовить десерт, может быть, к нему, говорю, поприлипает. Он говорит, может, не стоит. Класс, покажу. Уже протестировали, Эльвирочка. Дальше Эльвира мне прислала нам, Саше, ой, выпал один, вот такие формочки под мороженое. Но это же супер, Славка колотится, мам, давай мороженое готовить. Я говорю, ну подожди немножечко, все приготовим, но не все сразу. Вот, надо будет обязательно опробовать, интересно очень. Выпала у меня держатель в мороженое, главное многоразовое, это очень удобно. Так, дальше. Эльвира самостоятельно готовит приправы. Самые настоящие, натуральные, без всяких е и подмесов. Она мне прислала, значит, одна приправа. Вот Эльвира подписала, но здесь стерлась надпись. Значит, она сказала мне, белого цвета, светлого цвета. Это грибы, грибная приправа, которую Эльвира готовит из грибов. Как она это готовит, не знаю. Девчонки, если интересно, давайте Эльвиру трясти на рецепт. Приготовим, будем знать вместе. Так, дальше. Одна приправа универсальная. Какая-то из них. В общем, одна универсальная приправа, все запаковано еще, а вторая приправа для первых блюд. Вот написано, первые тоже стерто, но я догадалась, что для первых блюд. Вот. Тоже все натуральное. Там, я так понимаю, всевозможные травы-специи, да, и сельдерей, и все-все-все до кучи, и петрушка, и укропчик, наверное. В общем, Эльвира прислала очень-очень нужные приправы, очень нужные. И я уверена, что они классные, потому что у моего свекра Оля, с которой вы знакомы, она тоже готовит домашние приправы, и она меня угощала, это, конечно, классно. Это ни с чем не сравнимо, ни с одной магазинной купленной приправой. Дальше, девчата, едем. Друзья мои дорогие, Эльвира прислала вот такой вот коврик. В общем, смысл этого коврика, что на нем можно выпекать, да, и в сковородку, наверное, и ставить, допустим, сковородку горячую, то есть как коврик и под горячее, и выпекать в духовке для гриля. То есть не надо смазывать ничем. Это мне Эльвира уже в личных сообщениях рассказала, потому что я бы чем-нибудь намазала точно. Я не знала вообще, что такие коврики существуют.
рифленый, он такой рифленый, и он силиконовый. Смысл в том, что вот Эльвира говорит, я дважды, 2 года ей хватает на ежедневную эксплуатацию. И говорит, хорошо моется под водой, да, никакой посудомоечной машины не надо, говорит, великолепно отмывается. Можно и выпечку, и я так понимаю, что, допустим, вот и сосиски гриль, и пицца, например, и, допустим, те же бедрышки пожарить, вообще, ну супер. Ну вот понимаете, да, насколько я отставший человек от жизни, я не знала всего этого. И помимо этого коврика, Эльвира мне прислала еще 2 коврика. Я ее насмешила в личных сообщениях и сказала, Эльвира, что с этим делать, расскажи мне. Тут, говорю, одна сторона липкая, говорю, а одна заклеенная. Я говорю, мне какой стороной и куда ее девать? Она говорит, я так смеялась. Ты, говорит, как подруга моя. Ну, отставшая. Я говорю, ну, объясни, пожалуйста. В общем, она сказала, обе стороны абсолютно одинаковые. Перед первым использованием немножечко промыть водой. И они антипригарные, их в противень выстилаешь, и тоже, я так понимаю, без добавления какого-то масла, жира и всего прочего, можно готовить любые блюда, да, и опять же и крылышки, и грудки, и все, что хочешь, можно готовить вот на этих замечательных ковриках. Спасибо, я тебе признаю. А Эльвира мне сказала, покупала, говорит, такой коврик в фикс прайсе, и, говорит, он у меня вместе с моими слойками, говорит, расплавился в духовке. Но это ужасно, конечно. Жалко проделанной работы и продуктов. Вот. А это приобретала Эльвира специально для меня в специализированных магазинах. Эльвира, я тебя благодарю от всей души. Ты мне очень много нового открыла на самом деле. И представляете, это помимо того, что чистота, да, это еще и какая экономия по всевозможным вот этим вот маслам, да, которые надо, чтобы ничего ни к чему не пристало, да, применять. А еще и это полезно, минимум холестерина, и это здорово. Также прислали 2 доски нам с Саньком. А доски классные. У моей кумы такая доска, и она действительно замечательная. Спасибо, Эльвирочка. Вот этого нам не хватает всегда для ведения 2-го канала. Каждой хозяйке нужна, а той хозяйке, которая чокнутый блогер ведет 2 канала, вдвойне нужно. Спасибо большое. Также вот такая штука, это мешочек кондитерский для всевозможных с разными насадочками для украшения десертов, да? У меня такого мешочка тоже не было. Теперь будем учиться им работать. Спасибо большое. А еще был кофе, который я с удовольствием уже употребляю. Большое-большое спасибо, Эльвирочка. Я с вами, дорогие мои друзья, еще не прощаюсь. Мы с вами проживаем этот день вместе. Что день грядущий нам готовит, я еще не знаю. Оставайтесь со мной, будем знать вместе. А вот он противень, который прислала Эльвирочка. Эльвира, спасибо большое. Видишь, уже пользуемся, эксплуатируем, ни к чему ничего не прилипает. Это очень здорово. Кстати, рецепт выйдет на 2-м канале, не в ресторане. Это очень полезная штука, которая людям, которые следят за своим правильным питанием. Здесь нет муки, а на основе чего этот десерт, вы узнаете. Ну вот, извините, что вот в таком виде уже кушаем. Едем на массаж. Слава здоровается. Тут папа мой прямиком из дачи. У нас такая погода стоит замечательная, друзья. Я вот в джемперочке, тепло, хорошо. Ветерочек небольшой, здорово. У нас прямо осень золотая, красота такая. Птички чирикают, слышно вам? Да, разорались. Слава говорит, что они так разорались? Мама говорит, я не знаю. Мы приехали на массаж. Красиво. Здесь вообще очень красивый квартал, такие дома красивые вообще. Природа, ели там, вот там во дворе, ели огромные, он папина машина стоит. Ждем, сейчас массажист выйдет. Да кто ты такой малыш? Ты такой малыш, малюсенький, такой резвый. Ты какой-то полупекинес какой-то. Ой, красавчик маленький. Ой, красавчик маленький такой. Все, я пошла массаж Славке делать. Да, хвостом виль-виль-виль-виль-виль-виль. Уложила Славку на кушетку, на массаж, а сама не посидела, не повязала, да, хотя с собой взяла. Пришло уведомление, что поступил мой заказ от Грандстока. Еду получать. Мы с вами обязательно все посмотрим, что я заказала и что мне пришло. Слав, как тебе процедура?
Нормально. Не больно? Нравится? Не очень. А я бы хотела оказаться на твоем месте. Ну что, друзья, мы вернулись домой, я получила посылочку с Грандстока. Я уже неоднократно говорила, да, что я сотрудничаю с этим магазином, мне магазин прислал товары на обзор. Хочу предложить вам посмотреть вместе со мной товары, оценить качество товара. Ну и напомню вам, конечно же, что для вас действует 10% скидка при первом заказе в магазине Грандсток, ссылку на который я оставлю под этим видео. Товаров большое количество на любой кошелек, на любой вкус, поэтому проходите, вы для себя обязательно что-нибудь найдете. А сейчас мы с вами приступим. Я заказала детям подушки, потому что надо поменять подушечки. Наполнитель лебяжий пух 70 на 70, подушки большие. Ну что? Мягусенькие, класснюченькие, легенькие. Качество наперника хорошее, плотное. Заказала две такие подушечки. Давайте я вам скажу сразу цену. Цена на одну подушку 642 рубля. На сайте действуют очень часто скидки, поэтому вы следите, пожалуйста. Вы можете положить товар в корзину, и когда будет скидка, вы это увидите. Скидок много на различные группы товаров. Подушка хорошая, рекомендую. Мягенькая-мягенькая. Лови, Саяш. Ну как, хорошая? Хорошо. Хорошо, говорит голос за кадром. Я в этот раз себя немножечко обделила, ну и хорошо. Потому что все время для себя, да для себя. Нельзя же быть эгоисткой. Заказала я. Буду шуршать. Толстовку для сына. Ой, классное качество, замечательное. Сейчас мы определимся с размером. Наверное, она ему будет либо тык впритык, либо маловатая. Значит, с капюшоном. Толстовочка теплая, утепленная. Прямо очень-очень-очень утепленная, я вам скажу. Давайте посмотрим на швы. Все шовчики очень аккуратные, очень классное качество, очень классное, друзья. Кенгуру карман, нигде никакие нитки не торчат, утеплена флисом, то есть она вообще двойная, двойная, смотрите. И флис двойной, друзья, она прямо как куртка, теплющая, размер 48, я тоже такую хочу, сейчас если она будет мала, я ее примерю на себя. Я сейчас вообще покажу вам, потому что заставить сына в кадр попасть я не могу. Но я с удовольствием продемонстрирую на себе это изделие. Друзья мои, я впрыгнула в толстовочку. Класс! Размер в размер. 48 размер. Но я вам скажу так, наверное, она ему будет маловатая. Хотя не факт. Мы с ним одного размера сверху. Вот она, понимаете, она такая вот, ну, удлиненная, я бы сказала, но мне, допустим, по бедрам она мне маловато. Но здесь же резинка, поэтому вполне имеет место быть. Сейчас, если она ему будет маленькая, я ее оставлю с большим удовольствием себе. Это унисекс, класс. А я хотела себе связать подобную. Зачем я буду вязать, если она у меня сейчас, возможно, появится, да? Очень-очень хорошее качество, очень теплое, очень мягкое, приятное. Хочу еще поближе вам показать все шовчики. Капюшон. Я не могу без приколов, да? Разлохматилась еще больше. Давайте продолжим. Тут этикетка мне мешается. Давайте продолжим дальше. А то, может, себя я не обделила совсем, да? Кто знает. Дальше я заказала Саше толстовку яркого королевского синего цвета, размер 60, и я думаю, что она ему будет, должна быть, по крайней мере, как раз. У нас беда с бицепсом, тоже она утепленная, класснючая. Он у меня в прошлом году отходил вот в такой толстовке всю зиму, сверху был надет теплый жилет. Так, качество. Проверяем молнии. Замечательно, молния работает.
Смотрим качество строчек. Нигде никаких ниток я не вижу. Карманы. Карманы без молний. Отделка, строчка по карманам великолепная. Теплющая вещь, замечательная, с капюшоном. Будем надеяться, что как раз, чтобы быть в этом уверенным, у него рост 195 сантиметров. Ну, какой российский размер, я даже сказать не могу. Наверное, скорее всего, 58-й. Был 54-й, вырос до 58-го за счет бицепса. Главное, чтобы бицепс прошел и чтобы ему было в нем удобно. Ну, я так, судя по ширине, должно быть как раз. Очень-очень хорошее качество, мне нравится. Так, сейчас я вам назову стоимость. Я же вам не сказала и поэтому стоимость. Значит, вот эта толстовочка стоит 1506 рублей. Но для такого качества цена просто великолепная, я вам скажу. Прямо замечательная. А вот эта толстовка 1698 рублей. Со скидкой. И одна, и другая модель была со скидкой. Ну, друзья мои, я в магазине такого качества у нас в рознице за такую стоимость не найду точно. Мне нравится. И цвет приятный, и качество хорошее. Она прям как флисовая, наверное, да? Прям такая плотненькая, тепленькая, хорошенькая. Рекомендую. Хорошая курточка. Называется куртка мужская она. Так, и последний товар, который я заказала, это для себя любимой. Скромненько демонстрировать на себе не буду, по этическим соображениям. Это ночная сорочка. Я вообще не ношу ночные сорочки, скажу вам честно, ни пижамы, ни ночные сорочки. Но когда мы ездим в гости к кумовьям, например, с ночевкой, такое дело должно быть. А мало ли больница, а мало ли что еще. Поэтому я себе заказала ночную сорочку. Размер 52, она мне будет как раз, это точно. Очень мягенький, приятный трикотаж. Очень-очень приятная. Она эластичная. Я уверена в том, что она мне будет как раз. Нежненькая такая. Здесь я не поняла, что кнопка. Здесь даже кнопочка есть. Зачем, не знаю, но она есть. На бюсте. Ой. Показываю вам вперед. Вот такая вот тоже... Орнамент по низу изделия, сочетаемый с верхом, да? Огурцы. Огурцы и огурцы. А спинка простая, розовая. В общем, классика. Обычная классика, обычный трикотаж. Но такой трикотаж должен быть в любом случае. На себя мерить не буду. Все, дорогие мои друзья, поделилась с вами своими покупочками. Благодарю магазин Grand Stop за сотрудничество. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. А вы, друзья мои, обязательно проходите по ссылочке. Я думаю, вы для себя найдете много интересного. И не забудьте воспользоваться промокодом, который указан под моим видео, который даст вам 10% скидки на ваши первые покупки. Приехал Санек с работы, а тут обновки. Мерися. Ну-ка. Как раз влез. Да неужели? И ростовка твоя. Супер. Ну-ка, застегивайся. Все везде сходится. Сейчас глянем. Хорошо? Да. Вроде бы оно. Оно? Да, отлично, мне кажется. Небольшоватая ли она тебе? Нет, нормально. Что? Нормально? Удобно? Нравится? Нравится? Да. Да, и по спине ростовочка твоя. Ну, он прям, знаешь, удлиненный тебе получается, Саш. Ну, да, нормально. Да хорошо, пускай будет так, она что подсядет. А, ну подсядет, да, согласна, подсядет. Ну, так что нормально. Отлично. Класс. Все в Grand Stock, да? Да. Советую, покупайте. Вся взъерошенная, друзья, как попугай. Ну, не обращайте внимания. Только посадила свою пятую точку. Все. На сегодня у меня работа закончилась. У меня назначена сегодня встреча в скайпе с Аленой Абель. Будем болтать, будем вязать. Всем хорошего настроения, замечательных предстоящих выходных, творческого вдохновения, ровных петель. Всем пока, я вас люблю.